смотришь? Ставрида прислала. Ты надоел своими оскорблениями. Короче, разве это оскорбление? Это комплимент. При ребенке ругаться. Что ты мне хочешь тут рассказать? Где мой ужин, женщина? Ты не заслужил на ужин. Ты не заслужила на жизнь. И что мы будем дальше разговаривать? Мы будем разговаривать, мы семья. Когда ты последний раз убирал сам? Я не должен этого делать, женщина. Это твоя семья, работа. Мы все должны делать вместе. Тогда иди на работу и заработай хоть копейку, чтобы не упрекать меня вообще, что ты за жизнь, ты понимаешь? Да я из-за тебя же и не работаю, ты мне карьеру сломал. Какую карьеру? Ты обещал, я все сделаю, не работай, ты не будешь работать, я и не работаю, у меня были перспективы. Что у тебя за перспективы? Сантехник-микробиолог, что ты мне будешь рассказывать тут?